Ребята, а ну перед началом данного видеоролика всем бы хотел порекомендовать такой замечательный сайт под названием cs1.6.su. На данном сайте вы сможете скачать популярные сборочки CS 1.6, любительские, от ютуберов и многие другие. Также, ребят, совсем недавно на данном сайте вышла новая уникальная сборочка CS 1.6 2020 года. Всем советую ее скачать, насладиться игрой. Все ссылочки на этот сайт оставлю в описании. Ну а мы погнали к ролику. Ну что ж, дамы и господа, всем пламенный привет у микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся в нашу любимую КС-очку и сегодня продолжаем играть на чудесном зомби-сервачке под названием Зомби Босс. Сегодня поиграем за дьявола, за выжившего, ребят, давненько за них здесь не играл. Думаю, получится интересный и крутой видеоролик, поэтому усаживайтесь поудобнее, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал и, конечно же, нажимайте на колокольчик. Также, друзья, я стримлю, стараюсь, между прочим, стримить каждый день, поэтому залетайте на мои стримчики, будем с вами вместе играть на них. Так, друзья, давайте сразу же я себя возражу, в принципе, перед началом, вот, цены на привилегии можете поставить на паузу, посмотреть, и затягивать долго не буду, сразу же делаем себя человечком, там пацаны еще карту меняют, сделать зомби-человеком, все, ребят, стал я человечком, и сейчас мы закупим броню, без задачи, как всегда, и, в принципе, что еще нам понадобится, телепорт, джетпак, энергия бесконечная, и, в принципе, маску от вируса, думаю, купим с ВСК-шкой, вот, и сейчас можем побегать немножечко, повыживать, на этом сервачке вроде бы также X2 система прокачки есть, то есть вы убиваете, так, халявный джетпак еще один подобрали, найсово, здесь, кстати, на сервачке вроде бы двойная, получается, вот, мы убили, а нет, на этом сервачке уже нет, потому что в начале лета было, ребят, кто помнит, напишите в комментариях, двойная система прокачки, то есть за каждый килл вам давали по 2 килла, то есть засчитывалось. Я думаю, вы это помните, ребят, и, в принципе, система такая была довольно-таки неплохая. Кстати, а как мы так телепортировались на букву Е, вроде бы, да? Мы стреляем с джетпака, убиваем. Да, ребят, еще 2 на 5 у нас. Давайте посмотрим, какое я место занимаю. 638 из 1000, там что-то там такое. Ну ладно, давайте, короче, вот сейчас помочь этих зомбаков по-быстренькому попытаемся. Кстати, а как они так в землю упали, ребята? Давайте сейчас попробуем его завалить. Все, он отстрял, можно сказать. И я двоих завалил, ребят, нифига себе классно. Окей, давайте, значит, сюда вот залетаем и стреляем вот в этого паренька. Только наша ВСК-шка что-то не достает. Кстати, она очень мощная, ребята, думаю, вы замечаете по урону, по всему этому, как она фигачит просто. Реально, безумно классный, безумно мощный ВСК-шка, ребят, поэтому всем советую с ней играть, найс, и мы просто берем этот килл себе. Так, этого не забираем, давайте вот этих вот сейчас поубиваем немножечко, ребят. Вот, сегодня серия такая будет игровая, поэтому, ребят, думаю, вам, в принципе, понравится. Если хотите со мной играть, то заходите, будем, как всегда, вместе с вами играть. И найс, я снова этого джетпака завалил, получается, вот, на левую кнопку мыши. Кто помнит, здесь очень мощный урон джетпака, и вы вот так вот можете бегать и убивать всех зомбаков. Так, сколько у тебя хп, братанчик? 3900, уже 2800, 2000, 1000. И сейчас мы его завалим, давайте. Все, завалили по красоте, ребят. Счет у нас уже 8. 8 киллов на изи себе нафармили. И давайте в кучку выстреливаем. Вот так вот телепортируемся. И никогошечки не забираем, к сожалению. Давайте вот так вот будем пытаться завалить, в принципе, с ПКМ. Ну, ЛКМ, с левой кнопкой мыши. По-быстренькому, и 12 секунд остается. Давайте последние киллы постараемся сделать, замутить с вами, но этого зомби очень много хп. Я думаю, вот стоит вот так быть и забирать киллы у других. Вот так вот. Давайте сейчас этого мы завалим, этого завалим. И, в принципе, ничья в этом раунде. Окей, ребят, ничего страшного, все нормально. Будем сейчас выживать. Вот новый раунд начался. И, в принципе, я думаю, стоит тебя сделать дьяволом каким-нибудь. Давайте по-быстренькому, если успеем, управление зомби-модом, сделать немезидой Рамзес. Все, ребята, за дьявола, как я обещал, сегодня геймплей такая вот серия будет. Сейчас мы будем всех валить. Здесь, кстати, пареньки сразу же возрождаются, и мы можем фармить себе неплохой такой счет. Поэтому, братишки, кто хочет, заходить. Еще раз повторяюсь, буду вас делать дьяволами, выжившими, кем захотите, в принципе. И все будет очень-очень здорово. Так, сдавайте, давайте, давайте, братва, подходим сюда, вот так.
так этих всех валим, но нас просто берут и убивают вот так по красоте. Опа, одного, второго убиваем. Джетпак, около джетпака нужно сейчас тусоваться, потому что пацаны сейчас будут подходить, вот как вы видите, за джетпаком. И, блин, меня просто контузит. Сколько у меня хп? А, 10 тысяч хп осталось, 8, все, нам ГГ, я так понимаю. Давай, что ты сюда, иди-ка сюда. Все, пацаны, что-то на меня, 1000 хп, ребят, остается, и все, ГГ нам, ГГ, убивают нас. Неплохо, ребят, неплохо получилось, мы нафармили там киллов 5-10 где-то, да, 16-6 счет у нас. Интересно, сразу же сможем себя интересно замутить снайпером, к примеру, или же нет, не-а. Ожидайте 4 раунда, за дьявола то же самое. Но, в принципе, система такая сделана, чтобы вы не нарушали правила, чтобы вас не снимали, то есть это тоже довольно-таки большой плюс. Давайте бронюшку возьмем себе, в принципе, с менюшек без задачи, включим 50 на 50 у нас на данном раунде, и плазмоган, ребят, кто помнит эту пушку, она тоже довольно-таки неплохая, хотя не, она чуть не очень, ребят, я думаю, магическая палочка, давайте посмотрим, как она стреляет, 3400, 3200, ну, по 200 хп сносит, тоже довольно-таки неплохо, но могло быть и лучше, у нас брони, кстати говоря, нету, вот нужно посмотреть, или паутинка здесь будет работать, чтобы все было ЗБС. Вот джетпак вижу, сейчас этого зомбака завалим и подберем джетпак, ребят. Не работает, короче, у нас в этом раунде паутинка, и поэтому нужно быть аккуратнее, подбирать джетпак по красоте нужно. Опа, что-то мне пролагало. Все, давайте залетаем, короче, на текстурочку. Будем на текстурке тусоваться. Я думаю, стоит взять Dragon Lore. Как вы считаете, братва? Режим босса включаем. Так, вот у нас гравитация прям такая жесткая дается. И, в принципе, возьмем себе АВПшку Dragon Lore. Вот, по красоте берем, ребята, и стреляем. Начинаем стрелять. Так, сколько у тебя хп, братанчик? Все, завалили. Короче, по 3 раза где-то нужно попасть по зомбаку, чтобы его убить. Плюс-минус вот так вот. 2-3 раза. Там в зависимости от хпшки. Нужно было лучше... Ой, кто на сзади там убивает? 80 хп остается, нужно срочно брать себе М85. За нами кто-то, пацаны, бегает, летает. За нами кто-то реально летает, поэтому М9, еще один чирк, и все, и нам просто будет ГГ. Давайте поэтому быстренько, ребят, 17 хп, реально, за нами кто-то летает, следит, нужно срочно... Да, вот, ребят, как я вам и говорил, не успели, мы паренек просто подлетел нас и, в принципе, заразил. Ну, ничего страшного, давайте, короче, мы сейчас вот кого-нибудь из этих попытаемся также завалить. Но у меня зомби-класс вроде бы не очень, скалолаз, он должен по стенам как-то лазить. Так, только как он лазит, я вот не знаю, на какую... Буква на G, на T, на E. Вот что на T было вроде бы. Или мне пока... Так, стоп. А че... А, я чат включил, ребята. Так, да, чат включил. А на какой он лазит по стенам? Ну, по факту у нас сейчас скалолаз. Потому что вот, на E. Реверант скалолаз на букву Е. Ну окей, я что-то нажимаю на букву Е. А, вот, да, все, ребят, реально по стенам вот так ползает. И вы можете на любую текстурку, на любую карту забираться вообще спокойно просто. Интересно себя замутить. Да, можем человечком замутить по-быстренькому. И, в принципе, без задачи, телепорт, джетпак, все вот это закупим. И за нами вот прям уже сразу же сходу начинает паренек какой-то лететь. Но мы, ребят, нужно как-то обхитрить его. И, в принципе, залететь нам на текстурку или куда-нибудь. Вот еще один джетпак, да. Донатный подбираем. А, не подобрался он что-то. Давайте, что еще здесь можем сделать такого классного? Кикбан это не то, М9-7, давайте ВСК-шку, феник, джетпак, броню, вот жизни нам не помешают, в принципе, ребят, давайте выдадим себе жизни, и, в принципе, ВСК-шку, это, а, нет, это ВСК-шка, короче, донатная какая-то, золотая, ребят, посмотрите, золотыми пулями стреляет, и как нормально-таки дамажит, вот реально за пару секунд можно убивать полноценно зомби, это очень классно, все, взяли, завалили по красоте, ребят, улетаем дальше, вот в кучку, вот этих зомбаков стреляем, но, к сожалению, никого не убиваем. Вот этот джетпак мы сможем подобрать двойные, чтобы были у нас? Вроде бы смогли, и все, и сейчас можем просто вот так нажимать на левую кнопку мыши и снимать у него, в принципе, хпшечку данного зомбака. И сейчас он, короче, ребят, сейчас мы его завалим, вообще будет найсово. Счет сейчас посмотрим, какой у нас, давайте. Опа, все, завалили. 19-7 уже, ну, в принципе, 19 киллов сделали, это довольно-таки неплохо. Поэтому, о, кстати, здесь еще можем вот так вообще стрелять без прицела. Но вот этот зомби с ревенантой, которая летающая, подлетает к нам. И это очень жестко и очень плохо, потому что они могут в любую секунду нас заразить. Вот, видите, ребят, он летает в невидимке, и мы его завалили. Так, еще один подлетел какой-то. 8000 хп, братан, давай, тебя сейчас тоже завалим. Вот так вот, я думаю, что сможем тебя завалить по-быстренькому, братишке. Все, он улетел, давайте прицел включим. И, в принципе, завалим его, давай, прицельчик, братишка, давай.
давай, давай. Все, завалили. По красоте еще раз выстрелим сюда с джетпака, также ни в кого не попадаем. Поэтому, братишки, говорю, реально, заходите, будем вместе с вами играть. Я буду вам пушки мощные давать, всякие донатные там оружие, делать вас дьяволом, выжившим. То есть, реально, сервачок интересный, прикольный, то есть, лайтовый такой, можно сказать. Кто хочет зайти поиграть на нем, то буду рад каждому. Заходите, будем вместе с вами играть. Все ссылочки на данный сервачок будут, как всегда, в описании. Как раз у нас карта уже меняется. На этой ноте тогда будем заканчивать данный видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики и нажимайте на колокольчик. Ну а с вами был Рамзес и Дела. Всем хорошего настроения, братва. Всем удачи. Всем пока. Пока.